Всем привет, на канале Куплено в Китае. Сегодня буду менять тачскрин, вот такой вот ломанный, на новенький. Вот он мне пришел, в такой вот упаковочке, вот в этой вещи. Буду менять, буду клеить его клеем. Как разбирать этот аппарат я уже показывал, поэтому не буду на этом останавливаться. Просто разберу его и потом покажу, как я буду приклеивать на место тачскрин. Значит, разобрал здесь вот, снял все, осталось только тачскрин и дисплей. И каким образом снимается тачскрин с корпуса? Нужно немного феном погреть и вот с одного края начать поддевать и чем-нибудь металлическим либо пластиковым пройтись по периметру, грея, значит, края. И тогда он должен отклеиться. Он, скорее всего, на двухстороннем скотче приклеен. Отклеили, значит, рамку от тачскрина, от бутерброда. Здесь вот надо будет потом почистить остатки двухстороннего скотча. Вот что мы здесь имеем. Надо теперь будет это снимать, отклеивать, значит, сам тачскрин от экрана и клеить новый. Очистил рамку вот здесь от остатков скотча. По периметру спиртиком аккуратненько протереть. Но это, конечно, такая кропотливая работа, но что делать, надо убирать отсюда остатки. И все, сейчас будем рассоединять. Так, с помощью вот такого шпателька мы просто отделяем сейчас, значит, верхнюю от нижней части тачскрин от экрана. Проходим по периметру и снимаем. Так, сейчас я расклеил старый, отклеил, значит, тачскрин от дисплея. И новый, вот он. Надо будет приклеивать вот по периметру, вот здесь вот черная такая полоска есть. Тут не очень хорошего качества, то есть здесь вот часть она отклеена, здесь вообще нету клейкого слоя, он только есть вот в этих частях, то есть надо будет как-то Так, чтобы установить клейкий слой, мне пришлось вот здесь вот наклеить тот самый скотч, который пришел в комплекте, две полоски, сюда и сюда. Остальная вот эта вот часть, она есть, она липкая, то есть в принципе она будет работать и держать. Значит, перед тем, как все это собирать, аккуратно, очень чисто протрите внутри экран дисплей сам, чтобы не осталось там пыли всего этого дела. И вот накладывайте таким образом, чтобы вот эта вот полоска белая по краю, чтобы вот здесь вот вверх совпадал вот этой полоски край и край дисплея, вот таким образом. И отцентруйте, то есть при таком расположении здесь не видно ни рамок, ничего, то есть все на месте. После этого надо плотно прижать, чтобы приклеился скотч. Дальше нам понадобится вот такой клей B7000. Мы по периметру здесь мажем этим клеем все места, которые будут соприкасаться с тачскрином. Мажем клеем, значит, по периметру рамки и также по периметру самого тачскрина. И выжидаем минуту 3, чтобы подсох клей. После этого будем... Так, начинаем собирать. Я начну, наверное, сверху, чтобы здесь все совпало. Потом пойду к низу. Вот шлейф вот этот вот тачскрина нужно вот здесь вывести. Так, вроде все приклеили. Если остатки клея будут, надо будет их удалить. Главное, чтобы... Ну, их несложно, в принципе, удалить будет. Главное здесь прокатать, чтобы это все село плотно. Потом почистить можно стекло. Так, все, вроде бутерброд, значит, встал на место. Попробуем собрать. Так, собираем, включаем и смотрим, что у нас здесь будет. Так, запустился. Я уже стеклышко
наклеил сверху на тач, так удобнее, чтобы не заляпать. Ну, я уже, в общем, его, в принципе, включал. Все там нормально. Так, сейчас он загрузится немножко. Ну вот, как бы можно как-то посмотреть. Вроде все работает. Ну все работает. Значит, пользуйтесь этим методом. Клеить, наклеить достаточно удобно. Потом его очень удобно расклеивать, снимать. То есть, если, например, вам понадобится снять тачскрин, просто греете феном градусов до 40 и отклеиваете тачскрин без каких-либо косяков. Также, когда будете наклеивать, будьте осторожны со шлейфом тачскрина, чтобы не повредить его. Ну и ровненько выравниваете, значит, по краям рамки, значит, дисплей. И все, в общем-то, без проблем, все можно поменять. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.